На днях Амине исполнилось 3 года, а ведь эта веселая, активная, энергичная девочка родилась весом всего 890 граммов. Для выхаживания ее перевели в больницу, а после полного обследования диагностировали врожденный порок сердца, открытый артериальный проток и открытое овальное окно, которое самостоятельно закрылось только к году, а вот проток нет. Лечащий кардиолог всегда отмечал некоторое увеличение размера артериального протока. Девочку направили к кардиохирургу. В ближайшее время Амине потребуется эндоваскулярное закрытие открытого артериального протока. Это позволит избежать негативных последствий в виде сердечной и легочной недостаточности. Как объяснили медики, проток, который соединяет аорту и легочную артерию, необходим ребенку в утробе матери, когда легкие еще не функционируют. После рождения с появлением дыхания происходит перераспределение крови, и проток закрывается. А у Амины этого не произошло. Для дальнейшего развития ее, чтобы была абсолютно здоровенькая, вот нужно нам провести операцию. А так очень веселая девочка, активная. И рисует, и лепит. Гулять очень любит, да? Да. Да. Кушает все. Характер упертый. Да? Никогда не дает себя жалеть. Никогда. Никогда не плачет, даже когда ей больно. Она просто говорит, не больно, у самой слезки на глазах, но жалеться не идет. Очень терпеливая. Стоимость операции 267 641 рубль. Оплатить ее родные не могут. Объявлен сбор средств. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 234 641 рубль. Не хватает 33 тысячи рублей. Помочь Амине можно, отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи есть на сайте Русфонда. Мария Ельмикеева, Николай Казаков, Вести Мариэл.